Приведите областную, областной совет, встаньте и перекрой. Ребят, областной совет, зачем вы делаете неудобства таким же, как и вы? Мы там уже были, молодой человек. Мы в областном совете были, везде были, везде по нулям. Так перекройте им дорогу, чтобы они не могли с работы уйти домой. Диалоги протестующих с водителями проходят на повышенных тонах. Далеко не все автомобилисты после длительной тирады могут развернуться и уехать. А что вы автомобиль пропустили? Что вы? Так я тоже могу, у меня свои проблемы. У меня свои проблемы. Да, надо скорую вызывать, ибо я не мог сильно. Я тут стукнула по этим. Сказала, стой. Человек на болгарских или на каких-то номерах не послушал нас, начал выезжать на пешеходный переход и сбил, моя нога осталась у него под машиной. Вот, слава богу, я думаю, не знаю, может, ушиб там, я в больницу пока не обращался. Лишь один из 10 водителей входит в положение замерзающих граждан. Неделю около 30 человек ходят туда-обратно по пешеходному переходу, пытаясь обратить на себя внимание местной и центральной власти. Я тоже за вас, тоже голосую, что вы за тепло. А мы тут, получается, если человек подъезжает на машине, спокойно, не наезжает, как вот буквально полчаса был прецедент, когда фура въезжала в толпу, не открывая его, еле полицейские остановили. Мы подходим и объясняем, почему мы здесь стоим, мы ни с кем не ругаемся. Судьба этих людей в среду решилась в Кабмине, но теперь уже слово за фондом госимущества, поскольку от него зависит запуск котельной Одесского НПЗ. Переписку с чиновниками жители микрорайона Шкодова гора вели с августа. Тем временем холодные батареи грозят разрушением некоторых домов. Дело в том, что трубы отопления центральные, они проходят по чердакам домов. Вода с них не слита. Сейчас уже началась зима, не сегодня-завтра стукнут морозы. Если эти трубы замерзнут и лопнут, люди останутся без жилья. Например, я живу в одноэтажном доме. Дом известняк, старый дом, ему уже почти 60 лет. В километре от эпицентра протеста в ряд расположены несколько трехэтажных домов. Там, говорят протестующие, не намного теплее, чем у самодельных буржуев. В квартирах трехэтажных домов на Шкодовой горе температура выше 6 градусов не поднимается. Это если не включать электрообогреватели. Впрочем, нужно учитывать нюансы древней ненадежной электропроводки. Вероятность короткого замыкания велика. В микрорайоне часто отключают свет. И пока камины и кондиционеры не работают, стены, потолок и мебель покрываются плесенью. Из-за сырости вздулись обои. Мы переехали сюда в 4-4 год, как с мужем. Сразу после свадьбы какой-то маленький косметический ремонт, какие-то обои. Везде появилась и сырость. Ее не было. Особенно у нас угловая комната, и сырости очень много. Цветет холодильник, подоконники, цветут все углы, обои, шкаф, мебель, все цветет. Семьи с детьми выручают школу и детский сад. Там хоть немного можно согреться. Под одеялами одеты, ходим и днем, и ночью. И дети одеты у нас постоянно. Спать они ложатся в пижамах, укутанные в одеялах, чтобы как-то согреться. На следующей неделе синоптики прогнозируют сухую, теплую, как для зимы, погоду. У протестующих есть небольшие запасы дров, а значит, можно еще подождать, пока чиновники будут искать крайнего. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».